Приемное отделение больницы работает на полную мощность. У каждой двери на стене дезинфицирующий раствор, а сразу за дверью переодевание. Халаты, шапочки, очки, перчатки. Каждый врач, медсестра или санитарка непременно надевают полный комплект. Коронавируса пока в медучреждении нет, и люди делают все, чтобы не принести его туда. Переодеваются перед выездом и после. То же самое при проходе в отделение. А наше лечебное учреждение не вошло в базу госпитальных стационаров, однако экстренную медицинскую помощь мы оказываем в настоящий момент в полном объеме. Наше лечебное учреждение взяло на себя все экстренные дни обслуживания пациентов, которые в свое время оказывала медицинская санитарная часть имени Лихачева, поскольку на сегодняшний момент там организована госпитальная база. Защита для медиков серьезная. Не только маски и спецхалаты. Есть респираторы, средства дезинфекции. По уверению главврача, всего в достатке. Все хватает, все хватает. Да, мы достаточно обеспечены на сегодняшний момент. У нас были свои закупки годовые, часть нам привезли максимально. Это халаты одноразовые. У нас есть еще одноразовые костюмы, одноразовые респираторы. Насколько? 200 на сегодняшний момент наличные. Насколько на неделю, на месяц? На сегодняшний день коронавирус не выявлен ни у пациентов центра имени Чучкалова, ни у медперсонала. Средств защиты пока хватает. Губернатор заверил врачей, что по мере необходимости комплект масок, халатов, очков и прочего необходимого будет пополняться. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ.